Мозырский районный исполнительный комитет представляет перечень объектов недвижимости Мозырского района, выставляемых в 2014 году на аукционные торги. Продавец – отдел образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома. Здание детского сада площадью 438 квадратных метров. Адрес – Мозырский район, деревня Глиница, улица Веры Харужи, 6. Год постройки – 1975. Составные части объекта – сарай, погреб, беседка и забор с калиткой. Остаточная стоимость на 1 января 2014 года – 661 миллион рублей. Объекты Бобринятской базовой школы. Адрес – Мозырский район, деревня Бобринята, улица Школьная, 1А. Будут выставлены на аукцион одним лотом. Объекты находятся на объездной дороге республиканского значения Р-31. Здание школы площадью 524 квадратных метра. Год постройки 1963. Составные части объекта – сарай и уборные. На территории школы также находится тепловая сеть, здание котельной, включая навес. Год постройки 1963. Общая остаточная стоимость объекта Бобринятской школы на 1 января 2014 года – 481,5 миллион рублей. Здание школы площадью 471 квадратный метр. Адрес – Мозырский район, деревня Лешня, улица Советская, 33А. Год постройки – 1957. Составные части объекта – сарай и уборная. Остаточная стоимость на 1 января 2014 года – 470 миллионов рублей. Продавец – отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мозырского райисполкома. Здание сельского клуба площадью 125 квадратных метров. Адрес – Мозырский район, деревня Кулинка, улица Школьная, 5. Год постройки – 1984. Остаточная стоимость на 1 января 2014 года – 146 миллионов рублей. Здание сельского клуба площадью 265 квадратных метров. Адрес – Мозырский район, деревня Жаховичи, улица Советская, 57Б. Год постройки – 1965. Объект выставляется на аукцион с начальной ценой продажи, равной одной базовой величине. Продавец – коммунальное жилищно-унитарное предприятие «Мозырский райжилкомхоз». Встроено-пристроенное помещение в пятиэтажном жилом доме площадью 430 квадратных метров. Адрес – город Мозырь, улица Полесская, 5081. Год постройки – 1993. Остаточная стоимость на 1 января 2014 года – 451,5 миллион рублей. Здание бани площадью 120 метров квадратных. Адрес – Мозырский район, деревня Балажевичи, улица Колхозная, 2Б. Год постройки – 1990. Объект выставляется на аукцион с начальной ценой продажи, равной одной базовой величине. Здание бани площадью 85 квадратных метров. Адрес – Мозырский район, деревня Творичевка, улица Дзержинского, 35. Год постройки – 1989. Объект выставляется на аукцион с начальной ценой продажи, равной одной базовой величине. Второе и третье этажи площадью 280 квадратных метров пожарного депо. Адрес – город Мозырь, 11, территория открытого акционерного общества «Мозырь-Соль». Год постройки – 1982. Объект выставлен 10 апреля 2014 года на аукцион с понижением начальной цены продажи на 50%. Объекты лесопильного цеха «Мозырский район», деревня Балажевичи будут выставлены на аукцион одним лотом. Здание трансформаторной подстанции, здание гаража, здание мастерских, здание лесопильного цеха, здание конторы, здание заготовительного цеха и сушильной камеры. Продавец – учреждение здравоохранения «Мозырская центральная городская поликлиника». Объект онкологического диспансера, адрес – город Мозырь, улица Пушкина, 14, будут выставлены на аукцион одним лотом. Здание онкодиспансера площадью 1013 квадратных метров. Год постройки – 1936. Остаточная стоимость на 1 января 2014 года – 787 миллионов рублей. Здание гаража площадью 48 квадратных метров. Год постройки – 1950. Остаточная стоимость на 1 января 2014 года – 51 миллион рублей. Здание поликлиники площадью 381 квадратный метр. Год постройки – 1967. Остаточная стоимость на 1 января 2014 года – 263 миллиона рублей.
Здание прачечной площадью 168 квадратных метров. Год постройки 1963. Остаточная стоимость на 1 января 2014 года 109 миллионов рублей. Продавец – Михалковский сельский исполнительный комитет. Здание зала семейных торжеств площадью 317 квадратных метров. Адрес – Мозырский район, деревня Рудня, улица Социалистическая, 12Б. Год постройки – 1979. Объект выставляется на аукцион с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине.